Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик. В прошлой серии мы с вами перевозили машины и столкнулись с кое-какой проблемой. Я налетел на какую-то кочку, и в итоге одна из машин просто упалась. Причем, посмотрите, ревни целые. Как она упала, я вообще не могу понять. Но делать нечего, нам надо ее каким-то образом погрузить обратно. Я думаю, мы сгрузим сначала Mercedes, а потом что-то как-то будем делать с этой BMW. В любом случае, нам нужен какой-то подъемник, поэтому сейчас я отправляюсь обратно туда, в магазин. Там вроде как заказали уже подъемник. И с помощью этого подъемника будем пытаться как-то все это дело реанимировать. Не знаю, тут пробка огромная собралась. Надеюсь, что у нас получится. Ребят, напишите в комментариях, как считаете, получится у нас погрузить или нет. Поставьте обязательно лайк этому видео, для того, чтобы скорее вышла следующая серия. И на этом мы сейчас отправляемся в магазин. Я надеюсь, что реально все получится у нас сделать. Не хватает денег купить новую игру? Тогда забираю бесплатно, прямо сейчас. Не пропусти специальную акцию для моих зрителей. Экономь до 90% при покупке первой игры и получи еще одну в подарок. Совершенно бесплатно. Раздача происходит каждый день только среди покупателей. Хочешь, чтобы твои друзья обзавидовались твоему Steam аккаунту? Тогда переходи по ссылке в описании и покупай самые крутые игровые новинки, но рекомендую поторопиться, потому что ключей по такой низкой цене осталось совсем мало. Ссылка на магазин в описании. Ребят, как считаете, стоит ли нам покататься вот на одной из этих машин? Дело в том, что я уже здесь нашел этот подъемник, который мы сейчас погоним. А машины эти, ну, просто потрясающе выглядят. Особенно, ну, вот это вот, что это у нас такое? Это Ford F-250. Вы только посмотрите на него, что же это вообще? King Ranch, да, King Ranch комплектация. Ой-ой-ой-ой-ой, вы только гляньте на это. Дизелек завелся, руль работает, свет светит. Очень много всяких фонарей у него горит. Смотрите, сколько их. В несколько этапов все загорается. Шикарная, конечно, тачка. А это у нас Dodge Ram, но это прям настоящий монстр трак. Так, в идеале, наверное, нам надо взять какую-то машину, погрузить туда этот подъемник и так перевозить. Но я думаю, что это слишком долго и плюс надо затраты дополнительно. Поэтому поехали сразу на нем. Поехали сразу на нем. По дорогу общего пользования вроде как эта штука ездить, наверное, не может, поэтому в идеале нам как-то объехать. Давайте попробуем объехать. Надеюсь, у нас получится это. Так, тут он какие-то следы, я вижу. Поедем по этим следам. Надеюсь, куда-то мы до них, по ним, вернее, доедем по этим следам. Там вроде как поле какое-то. Ага, вон мост. Отлично, мы сейчас под мостом, наверное, проедем, и все будет четко. Я не уверен, просто, знаете, тут полицейские достаточно суровые, мало ли что будет. Кто его, как говорится, да? Чем мы будем рисковать лишний раз? Давайте так поедем, да и посмотрим. Наверное, так безопаснее будет для данной ситуации. Самое главное нам скорее решить это все, этот вопрос, чтобы погрузить машины. Вроде как мы должны их целыми были отвезти, а тут такие загвоздки у нас происходят. Так, секундочку. Вон дорога. Мне как-то туда надо попасть. Полями прям поедем, что ли? Наверное, да. Что-то не вижу особо других... А, вот, тут дорога есть. Замечательно. Дорога есть, это прекрасно. Все, тут на самом деле оказывается не так далеко. Сейчас каким-то образом подцепим. Чук-чук-чук-чук-чук. И надеюсь, все получится у нас. Так, где они? А, так я вот прям на местности уже. Я уже практически на местности. Наверное, Mercedes все-таки нужно каким-то образом оттуда согнать. Я думаю, он может помешать нам в наших манипуляциях. Не хотелось бы и его еще повредить. Очевидно, что у BMW не все так хорошо. Так. Отцепляем. Далее нам нужно поднять вот эту пневму, чтобы съехать на Мерседесе. Вроде без проблем должен съехать теперь. Так, аккуратненько, аккуратненько. И куда-то вот сюда сейчас его припаркуем.
Так, замечательно. Теперь нам каким-то образом нужно эту BMW подцепить. Так. Как-то вот прям самым острием нужно подцепить. Но я не знаю, наверное, лучше под колесо, что ли. Иначе мы задний бампер оторвем. Ну, попробуем сейчас, давайте. Так, поуже, может быть, как-то сделать. А, так, вот с таким давайте попробуем уклоном. И прям под самое колесо, вот так вот. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Оп, оп, пошел подъем. Прям под колесо, ребят, аккуратненько поднимаем. Вот так как-то, да, получается у нас. Посмотрим с той стороны, что. Ну, здесь очень плохо все. Тут все мнется, гнется. Давайте, наверное, не будем до конца машину портить. И попробуем все-таки под задний бампер каким-то образом зацепить. Ну, иначе не получается, вы сами видите. Так, чуть-чуть повыше. Сейчас развернемся здесь. Маневренная, конечно, штука этот Ford Lift. Так. Давай аккуратненько. Оп. Оп. Так. Как-то посередине надо, да? Давайте пошире попробуем их расставить. Может быть, вот где как раз выхлопные трубы, туда получится. Так. Изменяем угол наклона и поднимаем. Поднимаем. Как-то вот так вот, да? Неплохо? Что скажете? Мне кажется, отлично. Так, подъем произошел. Теперь каким-то образом надо ее как-то туда поставить. Я могу и выше еще поднять, но... А как правильно-то ее поставить туда? Вот это загвоздка. Так... А вперед, если? А никак. Она не едет. О! Она не едет. Она просто не едет, видите? Я не могу ничего с ней сделать. Ну, можно, конечно, жестануть вот так прям совсем. По хардкору, да? Там она может и вперед след... Опа! Аккуратненько опускаем. Не царапаем. Так. Тихо, 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 тихо. Прям колесом, видите? Так, еще расширим чуть-чуть. Прям вот на колесо попал. Так, давайте попробуем приподнять еще. Опасная, конечно, работенка. Есть какое у меня желание попробовать на ней чуть-чуть вперед проехать. Упадет сейчас, нет? Как думаете? Да, по-моему, падает опять. Да, падает. У-у-у, бампер поцарапал. Ой-ой-ой, вот это она свалилась, жесть! Так, опять под колесо подъезжаем. Под колесо и попробовать как-то ее подтолкнуть. Чуть-чуть вперед надо. Вот. Прям немного надо. Там, по-моему, я и белую BMW задел. Обалдеть. Слушайте, а тут еще... Она вперед, что ли, покатилась еще белая BMW? Так... Ребята, что-то пошло не по плану у нас. Она упадет сейчас совсем. Вообще жесть. Так, давайте попробуем сузить эту штуку. Каким-то образом сейчас мы ее... Попробуем здесь приподнять опять за колесо. И вперед. Вперед, вперед, давай, 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 давай.
Ну уже. Давай. Чуть-чуть вот. Немножечко прям надо тут. Не получается. Ребята, не получается. Ух! Тихо-тихо-тихо. Тут, по-моему, минус дверь уже. Тут минус дверь вроде как. Так, опять на подъемничек. Давай, вперед. Вперед. Не переверни только ее. Так, неа. Ну, ни в какую она не хочет толкаться. О! О! Так, или нет? Ну, вроде бы. Вроде бы чуть-чуть лучше стало, но не сильно. Зря, наверное, сэкономил на этом маленьком подъемнике. Надо было побольше взять. Может, он помощнее бы был. Есть! Есть! Вот теперь филигранная задача. Это на всем этом деле как-то съехать. Так, а мы попадаем вообще? Мы не попадаем вроде, да? Она, может, и не надо съезжать. Давайте заедем. Почему она упала, я понятия не имею. Давайте, может, ее наконец поставим. Тихо. Так, догоним Мерседес. Чуть-чуть как-то так. Присядем BMW. Так, теперь загоняем Мерседес. Наверное, стоит еще первую BMW пододвинуть. Наверное, да. Давайте в него сядем. Чуть-чуть отодвинем ее. Потому что она прям там все-таки коснулась по ходу дела, да? Так, Мерседес. Теперь прям вплотную, вплотничком ставим. Он прям очень дерганый. Очень дерганый. Так, есть там пару миллиметров. И теперь обалдеть, вот это пробку я собрал. Вот это пробку я собрал. Так, теперь загоняем аккуратненько BMW. Странно, что улетела не последняя машина, а та, которая была в середине. Чуть-чуть-чуть-чуть. Оп, все. Так, уберем давайте погрузчик. Уберем его, наверное, куда-то сюда пока поставим. В любом случае его нужно будет вернуть. Так, теперь закрепим все ремни. Опустим вот эту штуку гидравлическую, и мы можем ехать. Пробка просто гигантская собралась. Ну и все. Теперь отлично, можно ехать дальше. Можно развозить действительно теперь эти автомобили их владельцам, как будто ничего и не было. Тормозим, тормозим. Жестко на самом деле. Вот из-за того, что у нас задняя часть так разложена, прям жестко. Тяжело приходится в целом. Ну, зато теперь вроде как все у нас отлично, ребят. Вроде как вообще все замечательно. Так. По-моему... О, вот сюда надо было. Так, тормозим. Сейчас как-то здесь заедем, наверное, да? Или мы не будем заезжать? Давайте-ка мы тут припаркуемся и съедем. Это сюда мы привезли. Так, мы сюда Мерседес привезли. Вот эту штуку надо поднять. Аккуратнее! Чуть не сбила тачка меня. Так, сгоняем BMW. И ставим Мерседес сюда. Вот такая, ребят, работка. Ну, в принципе, не сильно сложная. Вот.
Так, владелец, наверное, чего это здесь, завода какого-то, заказал себе Мерседес. Мы привезли. Все четко. Да не надо сигналить, сейчас я уберу все. Что сразу сигналите? Так, ну теперь у нас отлично, посмотрите, мы можем все закрыть. Так, у нас теперь закрылось. Наконец-то, впервые за долгое время. И теперь мы можем... Нам бы развернуться, конечно. Давайте попробуем туда вон заехать и там развернемся. Машин тем более сзади нету. И я думаю, нам это вообще легко удастся. Оп, все. Так, ну и все, поехали дальше. Теперь нам нужно белую BMW отвезти. Хотя посмотрим, может быть сейчас и красную отвезем сначала. Так, едем, ребят, аккуратненько. Аккуратненько, не торопимся. Ну, в принципе, на этой машине особо не поторопишься, потому что у нее в целом максималка, как видите, всего лишь 62 мили. То есть сильно как тут и не разогнаться. Ну, с другой стороны, это порядка 100 км в час, и это, в принципе, неплохо. Так, где-то должен быть поворот направо там. Сейчас найдем его, повернем. Может, вот этот был? Нет, там какая-то вроде дорога должна быть прямо направо. Вон она, дорога направо. Отлично. Так, тормозим, 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 тормозим. Блин. Немного врезался чуть-чуть. Ну ладно, надеюсь, не сильно. У Форда вроде как крепкий бампер, поэтому вроде как все четко прошло. Давай, 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 поехали, поехали. Че там? Бортом чуть цепанулся за отбойник. Ребята, ну что скажете? По-моему, неплохо. Это не УАЗ, конечно, но... Алды вспомнят и поймут, о чем речь. Так, едем. Едем, ребята, разгружать вторую машину. Неужели сегодня мы все их сможем разгрузить? Мне даже не верится, если честно. Учитывая, сколько пришлось помучиться с тем, чтобы обратно погрузить сюда эту BMW, даже не верится, что мы сможем. Так. А где тут? Что-то, по-моему, это тупик. Ребят, это тупик. Подождите. Тихо, 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 тихо. Разворачиваемся. Это что тут? Тупик какой-то. Подождите, а где же? Немного по полю проедем, надеюсь, проблем не возникнет. Вроде как с левой стороны должно было раньше быть. А тут с правой только я вижу. Может, вот это? Так, я не знаю, ну с левой стороны... Но это вот не похоже. Подождите-ка, что-то нечисто здесь. Или вот это? Вроде как в конце улицы. Наверное, вот это, что ли? Ну, что ж, давайте сюда выгружать. Наверное, оно. Так, надо разложиться. Сейчас выгружаем... И эту. И потом белую. И у нас останется одна последняя. Красная BMW M5. Ее мы повезем в город. Тихо, 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 тихо. Аккуратнее. Так, вот она. Семерку отвезли. Пятерку теперь возвращаем M5. Вроде как надо наконец прицеп оставить, поэтому. Все, поехали. Теперь едем в город. Отвозим последнюю машину. И все, миссия выполнена. Надеюсь, нам неплохо заплатят за эту работенку. Так, разгоняемся и едем сначала прямо. Потом вроде как направо. Хотя можно было там, наверное, проехать, вот с той стороны. Ну ладно.
Мы здесь можем проехать. Какой-то новый райончик построили. Прикольно достаточно выглядит. Так, где-то, наверное, вот там, на перекрестке направо мы уйдем и туда поедем. Так. Пропустите. Ух ты ж, ё-моё. Вообще жесть улетела-то. Подождите-ка. Это же М5 улетела. Я чую, привязать забыл? Ребята, я забыл привязать. Она какая-то несчастливая у меня, эта М5. Она просто какая-то несчастливая. Вы видели, что там с ней произошло? Мне кажется, ей вообще конец. Мне кажется, ей просто кранты после такого. Обалдеть. Она едет вообще, нет? А что случилось с ней? А, во, вроде поехала. Только она рулится как-то странно теперь. Так, ладно, это я ничего не знаю. В принципе, так и было, мне кажется. Давайте отвезем уже ее. Нам вроде не так долго осталось. Что-то неудачная какая-то М5. Все, едем. Так, подождите-ка. Вот сюда, да? Вот это же дорога, наверное. Ну, получается, наверное, да. Вроде как больше и некуда. Не, ну там вроде город должен был быть, а мы куда-то явно не в город едем. Слушайте, куда-то походу... Что ты делаешь? Куда-то не туда, что ли, мы едем, а? Так. Видимо, надо было вернуться. Ну ладно. Или вот в этот. Ё-моё! Жесть. Так, не понял. Куда тачка делась? Куда тачка делась? Подождите. Где машина? Алло. Так, ребят, вы угораете? Где тачка-то? Где машина? Куда делась? Чё с М5 происходит? Куда она делась? Так, ребята. Видимо, надо как-то назад возвращаться, наверное. Ох ты ж понесло как. Ребята, я вас застрял. Или едем? Ну как-то... Блин, это из-за прицепа. Это из-за прицепа, ребят. Просто из-за прицепа. Жесть. О, выехал. Только мне назад надо. Обалдеть, просто улетел в канаву на ровном месте. Просто улетел в канаву, ёлки-палки. Так. Ну хорошо, что не надо брать в аренду опять этот форклифт, подъемник. Он у нас уже есть, надо за ним только сбегать. Каким-то образом попробовать им поднять. Я могу, конечно, отцепить прицеп. Я думаю, что мне прицеп мешает, я без прицепа выйду. Отцепить прицеп, оттащить его подъемником чуть в сторону, выехать на пикапе. Надо искать машину. Надо искать просто М5. Где она опять? Как она могла потеряться? Как она могла потеряться? Тут закрыто все. Как? Обалдеть, ребят. Не знаю даже, что делать. Пишите в комментариях, что делать вообще с этой страшной ситуацией. Мне нужны какие-то ваши советы. На этом будем заканчивать. Спасибо за внимание. Всем пока.